Размышляя о мире, которым правит наука, я становлюсь пессимистом. Тем не менее, я оптимист, когда вспоминаю о духовном мире, от которого наука пытается меня отвлечь. Нам надо больше любви, больше человечности, больше заботы. Эти слова из Нобелевской речи лауреата этой премии писателя Уильяма Голдинга. Его великий роман «Повелитель мух» об утрате Бога, о том, что когда нет веры, человек превращается в зверя. Несколько молодых ребят, выброшенных на необитаемый остров, непростительно забывают Господа. И в этом христианский посыл автора книги. И как не вспомнить, что герой другого автора, Робинзон Крузо, оказавшийся в таких же условиях, не одичал лишь потому, что каждый день молился. Религиозное произведение, развивающее христианскую доктрину первородного греха и греха падения. Так интерпретируют литературоведы роман «Повелитель мух». А вообще командир торпедоносца времен Второй мировой войны Голдинг написал за свою жизнь 12 романов и в каждом из них ставил самые глубокие вопросы человеческого бытия. И одним из основных был вопрос богоискательства. Зло, живущее в человеке и сеющее, в конце концов, войны и убийства на планете, можно укротить лишь с помощью глубокой веры. Именно глубокой, а не поверхностной. Об этом говорит английский автор. Голдинг проживет долгую жизнь. Он умрет в Солсбери в 1993 году в возрасте 81 года.